Всем привет, с вами Жора. Доброе утро. Сейчас 7 часов 2 минуты. Вот. Я проснулся, собрался в школу. Ну, я как бы уже собранный. Вот. Меня пригласили на встречу блогеров. Туда пригласили блогеров от 10 тысяч подписчиков и дальше по нарастающей. И прекрасного нет предела, короче. Что именно меня ждет, я не знаю. Но я в курсе того, что там будет халявная еда. Иду только из-за халявной еды туда. Попробую пообщаться с другими блогерами, посмотрим, что из этого выйдет. Может, какая-нибудь коллаборация будет у меня на канале. Кто его знает? А пока, на секунду я вас покину, потому что я пойду в школу. Сначала я хотел взять с собой камеру, но подумал, что в школе все-таки надо как бы учиться, а не снимать. Все, я пришел домой, мама сейчас мне накладывает кушать, да? Накладываешь мне кушать? Покушаю, сделаю уроки и отправлюсь на саму встречу. Увидимся. Все, я вышел, иду на остановку. Все уроки сделал, покушал. Кстати, мне ехать в центр города. Там алкаш какой-то ходит. Вот остановка, кому интересно. Увидимся в маршрутке. Теперь буду ехать до центра. Все, я вышел с маршрутки. Сейчас иду на центральную улицу Красную по парку. Здесь я провел все свое детство. То есть с рождения и до 6 лет. Потом мы переехали на другой конец города. Вообще такой классный парк. Я по вот этим вот штукам бегал вот так вот. Они, правда, были старые, их уже отреставрировали. Сейчас такая ностальгия мне прям нравится. А еще у меня живет бабушка рядом. И я решил к ней зайти. Но она об этом не знает, что я к ней хочу зайти. Так что сейчас ее обрадуем чуть-чуть. Сейчас я иду по центральной улице. Называется она улица Красная. Здесь я тоже провел все свое детство. Каждые выходные эту улицу перекрывают, и машин тут не увидишь. То есть по дороге можно ходить пешком. А я иду сейчас по тротуару. Еще очень холодно, и я снимаю так кусочками, потому что рукам холодно, и сейчас они у меня отмерзнут. Вообще жесть. Все, зашел в двор. Дело в том, что ее может и не быть дома. Сейчас посмотрим. Привет. Не ожидала меня? Конечно нет. Я только думаю, может потому что... У меня аж камера сожжет. Передача мысли на расстоянии может быть. Смотрели сейчас бабушка видео, где я танцую. Да, вот тебе надо было бы посмотреть вчера, показывали танцующего миллионера. Как человек 49 лет, как он владеет телом. И это миллионер, прикинь, как он и на полусогнутых. И вот так вот и на одной ноге он и показывали. Нет, и показывают. Бай-бай. Все, всем. Бай-бай. Все, пока. Все. Пошел от бабушки на саму встречу. Сейчас буду искать это место, потому что я без понятия, куда идти. Я, короче, ступил и. Я повторюсь, я ступил, не посмотрел дома, где проходит встреча. Я не знаю адреса. Сейчас смотрю карты, иду по картам. Ну, вроде как, тупо вперед шагать, и все. И я приду к своему месту. Ну, пока иду. Как подойду, начну снимать. Все, я нашел место, сейчас регистрируемся. И пойдем дальше, смотреть, что будет. А Витисов. Получаете купоны на два лимонада, знаете, да? Да. Вот там бар. Все, мы вошли, нам дали купоны на лимонады. Тут очень прикольная атмосфера. Вот такой в темени тут все. Подсветочка. Пока что у нас 4 человека. Сейчас иду обменивать коктейль. А где можно обменять? На баре. Бар. Trying
пройдешь. Да, я пройдешь. Я пройдешь, а ты сидишь. О том, что прошу верифицировать. То есть берешь канал со 100 тысячами, привязываешь к нему бренд-страницу, на которой нету галочки. Пишешь поддержку YouTube о том, что у меня на канале 100 тысяч, ну, сделайте подтверждение. Два экшн-камерщика. Просто вы странно выглядите с этими штуками. Короче, подписывайтесь на нее. Очень позитивная девушка. Серьезно, вот вы посмотрите одно видео, вас затянет. Но у меня аудитория, правда, такая, я не знаю. Я затягиваю маленьких мальчиков. Кстати, аудитория у меня девочки. Да, я, кстати, читала комментарии, много девчонок прикольных, да, я читала. Да, так что приходите, девчонки, да, приходите, снимает на очень разные темы, жизненные даже. Кто, короче, считает, что Жора клёвый, заходите на мой канал и подписывайтесь. Ну, как бы да, на этом YouTube держится. Брат мелкий, гай. Подписывайтесь, ссылочка в описании. А ему же тоже забрили. Мы сидим сейчас, люди потихоньку подтягиваются. Да подтягиваются. Да кто? Уже меньше народу, больше еды нам достаточно. Человек 7 пришло. Кстати, да, нам в плюс меньше народу, нам больше еды. Чтобы у меня основная аудитория на меня подошла. Ждем, когда нам принесут покушать. Ну и еще народу, если он придет. Нам принесли покушать. Соусы, сырные шарики и наггетсы. Вот так должно начинаться. Как будто и не снимаю. Да-да-да. У нас полный стол еды, халявная. Вообще дуга. Весь завален. А что вы радуетесь, жить, дебилы? Я хочу жить. Вы думаете, это все оплачено? Нам дали какие-то анкетки, сейчас будем заполнять. Все мероприятие закончилось. Вот здесь оно у нас было внутри. Теперь я иду на угол улицы Красной, потому что там меня ждет папа. Он со мной приехал, отвезет меня. Все очень понравилось, было прям так атмосферно, так круто. Было очень много еды, я прям наелся. Недели есть не буду. Кстати, здесь есть такая стена классная с граффити. Прикольно? Прикольно. Познакомился с ребятами, классно пообщались, посмеялись. Затрагивали разные темы, что делать с каналом, как улучшать контент, что делать, чтобы люди подписывались на тебя. Все прошло на высшем уровне. Если будут еще такие встречи, а я уверен, что они будут, я забыл шапку. Ого. Все, я уже дома, нам подарили вот такой символичный подарочек. Это наклейка YouTube Happy Hour за креативность. По сравнению с первой встречей, то есть YouTube Creator Day, там мне не очень понравилось, потому что там я общался только с одним человеком, а здесь я познакомился сразу со всеми. И как бы все распределились на две группы. Одни говорили о компьютерах, о технологиях, там все эти дела, а другие говорили, кто хочет куда поступать, кто кем работает, кто что читает. Ну, в общем, каждый нашел себе компанию. Ну, в принципе, на этом все. Если тебе понравилось это видео, как всегда, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ну, а я увижусь с тобой в следующем ролике. Пока.